Зайди до хатини, погрійся. Видел интересный забор делать такой, знаешь, как лесенкой. Не видел такую технологию? Не, он, короче, он просто каждый пласт, там он так вот под углом находится. То есть, допустим, можно сделать так, что изнутри ты будешь видеть то, что за забором, а снаружи нельзя будет увидеть. Ну и там, типа из плюсов называют, что он хорошо вентилирует именно участок твой. Но тут тоже кому что надо, кому нужна вентиляция, а кому наоборот, так, чтобы ветра не было столько.